Доброго вечора тим, хто вже приєднався. Доброго вечора ще тим, хто приєднається пізніше або буде дивитися це в записі. Сьогодні тема нашої зустрічі – психосоматика. Я представляю Юлію Ладу Лукашевич. Давно ми вже знаємося. Мені приємно кожного року працювати і зустрічатися і на форумах, і на інших заходах. Тому передаю тобі слово. Я думаю, що може коротко там пару хвилин про себе, чим займаєшся, що заснувала в тебе, є там трошки про що розказати. І після того переступаємо до теми. Я відключуся, буду без відео, без звуку, коли треба, то буду включатися. Добре. Всім добрий вечір. Благодарю Александра за приглашение. Меня зовут Юлия Лада Лукашевич. Я основатель и преподаватель Киевской школы биолокации и биоэнергетики «Мастерская целителя». Это школа, да, курс, на которой дает своим слушателям возможность научиться работать некоторыми биоэнергетическими методами целительства, разбираться в своем организме на тонком уровне и на физическом, то есть быть самому себе целителем, потому что быть здоровым, да, это основа вообще нашего человеческого счастья. Вот. Я еще рунолог, да, то есть и преподаю руны, у меня есть тоже видеокурс, да, то есть есть индивидуальные курсы, очные курсы по рунам, есть отдельные курсы, и также они уже оформлены в видеокурсы дистанционного обучения по защитным техникам, по работе со своим биополем. Есть трансформационные игры, я являюсь автором двух трансформационных игр по вопросам родовых блоков, родовых программ и нумерологическая игра. А также я еще нумеролог, да, то есть и провожу обучение в этой сфере, то есть классическая нумерология по Пифагору, основной разбор матрицы, который дает быстрое и четкое понимание о том, что собой представляет человек, какие его кармические задачи, вот, и основные его таланты, которые ему предназначены использовать в этой жизни. Ну и, конечно же, я астролог. То есть такая вот вроде бы широкий спектр знаний, да почему они у меня появились, потому что целитель — это от слова целостный. Я целитель уже в четвертом поколении, и эта профессия, наверное, одна из самых творческих и многозадачных. И люди приходят с разными вопросами, не обязательно только с вопросами по здоровью, а точно так же по каким-то личным ситуациям, жизненным ситуациям, в которых нужно разобраться. Вот, поэтому для того, чтобы качественно помочь в разных направлениях человеку, нужны и разные инструменты. Поэтому я изучаю практически все передовое, то, что может мне помочь человеку ответить на его вопросы, и чтобы человек получил верное решение, алгоритм решения всех своих запросов. Вот. Поэтому, милости прошу, кому будет интересно, можете мне в Facebook в личку написать, я вам сброшу все возможные, так сказать, программы обучения, какие есть и какие вас могут заинтересовать. Напевно, коротка інформація, так? Насправді, в Facebook в події ми дали посилання на твою групу. Так що інформація там є, я думаю, що після того, що додатково розкажемо і покажемо, де там є, лінки, посилання накидаємо в подію і ще будемо шарити, так що все буде. Так, і сьогоднішня тема – психосоматика, язик нашого тіла. Значить, о чем вообще буде йти речь і для чого нам знання психосоматики? Как может эта наука, не побоюсь сказать, именно наука, помочь нам быть здоровыми? Психосоматика – это как бы от греческих двух слов. Психо и сома. Сома – это тело, психо – душа, связь души и тела. И это направление психологии, которое изучает влияние психологических факторов на возникновение и на течение заболеваний. Для чего нам знать эти связи, для чего нам эти знания полезны, как они могут повлиять на наше здоровье? Это, в принципе, очень хорошая система самоисцеления. Почему?
Потому что вопросы здоровья, не здоровья, да, то есть это все химия организма прежде всего. У нас внутри постоянно происходят какие-то химические реакции. И если вы, наверное, очень многие слышали об уровне pH, да, то есть это кислотно-щелочной баланс нашего организма. И что в кислой среде бактерии и другая патогенная микрофлора, микрофауна развиваются быстрее, и человек может заболеть во много раз как бы чаще, чем человек, у которого уровень pH организма является в норме. Так вот, эмоции, они влияют на этот кислотно-щелочной баланс нашего организма. Потому что психосоматика, то есть связь эмоций, да, то есть тем, как проявляется потом, это все закрепляется в виде заболеваний на нашем теле. То есть химия организма включается и происходят реакции окислительные тогда, когда человек заболевает. Заболеваем мы от чего? Все болезни формируются прежде всего на тонком плане, на тонком уровне. И, скажем так, любое проявление негативной эмоции, оно окисляет организм. То есть у нас эмоции связаны с гормональной системой. И вот любая эмоция – это тот или иной гормон, его переизбыток или его недостаток, либо его норма. Человек в сбалансированном состоянии, в состоянии спокойствия, то есть душевного равновесия, радости – такой нормально, да, то есть чрезмерная радость это тоже не есть хорошо для организма, да, то есть все равно нужен какой-то баланс. Вот человек в балансе, у него и в балансе уровень pH, его иммунитет на высоком уровне, и организм прекрасно борется с патогенной микрофлорой, микрофауной, которая стремится повредить наше тело. Если человек пребывает в какой-то злости, да, то есть каких-то агрессивных, таких янских, отрицательных эмоциях, либо наоборот депрессии, у него какая-то там печаль там, и так далее, то есть это отрицательные инские эмоции, неважно, это все закисляет организм. А теперь, как нам поможет психосоматика из этого выбраться? Разбор психосоматических связей – это как раз простраивание в нашем подсознании вот того вот алгоритма повышения уровня pH до нормального уровня. Каким образом? Разбор психосоматических связей – это все вывод на осознание, понимание, принятие ситуации, которая вызвала ранее заболевание, отпускание ее и прощение. Вот все упирается в осознание, в прощение и отпускание. Когда человек прощает, у него резко начинает ощелачиваться организм. Прощение действительно очищает наше тело. Благодарность, радость, это все ощелачивающие эмоции. Поэтому медитация, она очень полезна для организма. Практики благодарности, аскезы, посвящения, это очень хорошо для организма. Почему? Потому что включается естественная природная химия. Организм, который защищен своим иммунитетом и содержится в нормальном кислотно-щелочном балансе, это здоровый организм. А этому предшествуют здоровые эмоции. И получается, психосоматика – это как ретроспектива такая. Мы будем идти от заболеваний, да, то есть и приходить к нормальному состоянию, то есть как бы отматывать все назад. Естественно, чтобы это делать грамотно и качественно, нам нужно понимать, как нам организм сигнализирует о том или ином заболевании. Как наши органы, как наши заболевания говорят нам о конкретных ситуациях, которые у нас случились. Потому что отматывать мы с вами будем как раз от тех ситуаций. Нам нужно будет их вспоминать, нам нужно будет еще раз вступить в них ментально, на ментальном уровне, вступить в эти ситуации и своим уже взрослым умом понять, где мы поступали неправильно. Очень часто же мы говорим, я вот обижался, боже, а что я тогда психанул, а зачем я так сделал? Да, вот знал бы, где упадешь, соломки подстелил, да, то есть это то же самое, вот та же самая психосоматика. Когда мы назад возвращаемся в некоторые ситуации,
уже в спокойном состоянии, потому что иногда в состоянии обиды и гнева мы не можем адекватно оценить свое поведение, а иногда просто на психах что-то делаем. Так вот, когда мы в спокойном состоянии заходим в прошлые ситуации, многие из них, да, это вот такой вот из мухи слона сделали мы сами. Вот. Но тем не менее, они созданы, эти ситуации, создана наша реакция в них. И эта реакция, она записана в подсознании. И вот оттуда кап-кап-кап и начинаются те или иные заболевания. Вот. Теперь, как, собственно, просто начать разбирать вот эти все взаимосвязи. Значит, во-первых, нам нужно понять, как каждый орган, о чем он нам говорит, о чем он нам сигнализирует. И понять основные законы разбора психосоматики. Значит, первый такой важный момент – понять вообще общее деление нашего тела, да, вот на такие вот сегменты. Александр, можно первую картиночку показать, которую я высылала? Так-так, показываю, секундочку. Там, где прошлое. Вот. Вот смотрите, если наше тело разделить условно на три по временной линии, на три таких вот компонента: будущее, настоящее и прошлое. То есть во многих литературах вы можете видеть, что наше тело условно делят по временной линии. То есть голова, да, примерно до уровня плеч, это относится к вопросам будущего. Средняя часть тела настоящая, и начиная от таза, да, то есть от вниз к ногам, это прошлое. Я не совсем согласна с таким делением. Специально вам показала это на картинке, потому что не всегда это отвечает действительности. И, допустим, голова может болеть из-за того, что человек думает о проблемах в прошлом, а ноги могут болеть из-за того, что человек боится того, что произойдет в будущем. Поэтому более правильно понимать, что у нас есть вот подобная взаимосвязь. Прием информации, ее переработка и сброс. Все то же самое, как в обычном питании, энергопитание, энергоснабжение человека, оно соответствует и всем физиологическим процессам. Мы что-то съели, переварили и отдали это природе. Любую информацию, любое то, что приходит к нам в организм, мы принимаем эту информацию, мы как-то ее перерабатываем, как-то к ней относимся, и затем мы ее сбрасываем. Поэтому прием информации – бывает, нам что-то заходит, а что-то нет. То есть чаще всего все, что касается каких-то вот мыслей, да, то есть верхней части тела, это отторжение какой-то информации, наоборот, ее неприятие. Переработка, да, то есть что-то мы перевариваем, что-то мы не перевариваем. Опять же, что-то нам нравится, над чем-то мы думаем долго, что-то нас стопорит, а что-то наоборот нас подгоняет. И сброс – это как раз про отпустить. Сброс, да, то есть это расставание с чем-то. Сбросить иногда легко, да, то есть, а иногда и чаще всего так случается, очень сложно. И наши страхи как раз, они чаще всего живут в нижней части тела. Вот знаете, когда вот есть такое выражение, вот крылатые выражения, которые мы слышим, они очень-очень есть психосоматические. И точно так же, как слова «паразиты», да, то есть мы их тоже на них остановимся. Вот, допустим, когда человек пугается, что говорят? Душа ушла в пятки. Наши страхи живут внизу, действительно. Вот. И, то есть, один закон вот этот мы будем брать во внимание. И следующую картинку, Саш, Таша. Да. А вот здесь вот будет еще интересно, как образуются вертикальные психосоматические связи. Если человека разделить пополам, то есть у нас заболевания тоже возникают то слева, то справа, почему-то. Даже насморк у нас сначала начинается с какой-то одной ноздри в основном. Для того, чтобы разбирать качественно психосоматику, еще раз говорю, нам нужно выходить на ситуации, с которыми были связаны те или иные отрицательные эмоции. Эти эмоции у нас связаны с кем-то, ведь ситуации происходят вместе с какими-то людьми.
И вот смотрите, здесь я немножко буду идти в разрез с обычной восточной традицией деления на левое и направо, где мужская, а где женская. По энергетическому строению мужчина и женщина немножко отличаются. И вот смотрите, с правой стороны правая рука у человека однополая. Вот представьте, что человек смотрит на вас, да, то есть и правая рука у него там, где вот написано однополая. Что это обозначает? Если у мужчины проблемы с рукой, проблемы проблемы с правой рукой, с правой почкой, допустим, правый глаз, то есть все справа, у него ситуация будет связана тоже с мужчиной. То есть ссоры, конфликты с представителем его же пола. Точно так же это относится к женщине. Да? То есть если у нее заболевание проходит по правой стороне или парные органы, да, то есть которые распределены, расположены справа, то есть это будет касаться ситуаций, связанных с женщинами. А левая сторона у нас наоборот. То есть у мужчин все заболевания по левой стороне будут связаны с проблемами, да, то есть и конфликтами с женщинами, а у женщин наоборот с мужчинами. То есть вот этих вот два важных вот таких вот закона, мы будем базироваться на них и разбирать психосоматические связи. Вот. Надеюсь, это не сильно сложно, то есть можете сфотографировать экран для себя, но тем не менее еще буду возвращаться к этому разбору. И в конце занятия, когда мы пройдем уже язык всех, так сказать, органов, мы еще раз вернемся к этим картинкам и возьмем какие-то практические примеры из жизни, чтобы вам было уже это все наглядно и понятно. Да. А сейчас... Можливо, коротка ремарочка для тих всіх, хто з комп'ютера працює, то файлики є в чаті, ви можете подивитися їх в чаті і собі прямо скачати. Не треба робити якісь скріншоти чи ще щось, просто файлики там є, так що можете дивитися їх окремо, або можете собі прямо звідти скачувати. Хорошо. Так. І так. О чем говорит наше тело, о чем говорит каждый орган, да, то есть что он нам может сообщать. Ну, начнем сверху. Голова. Ну, голова, она у нас чаще всего просто болит, да, то есть у кого-то это метеозависимость, у кого-то это фактор, который говорит о повреждениях каких-то органов или даже систем. Но тем не менее, головная боль, прежде всего, это заниженная самооценка, то есть эмоции связаны с тем, что человек дает себе оценку реально ниже, чем он действительно транслирует в мир. И даже тогда, когда ему говорят классный, да, он видит со стороны какую-то похвалу, он все равно в себе сомневается. И чем больше вот этих вот сомнений, тем чаще у человека может возникать головная боль. Но голова у нас имеет какие-то зоны. То есть теменная часть, да, то есть это точно так же касается какого-то внутричерепного давления. Там у нас живет гнев и ярость. То есть когда у человека повышается давление, это прежде всего его гнев и ярость. И вот теменная часть, она чаще всего откликается именно на такие эмоции. Возмущение какое-то сильное, вследствие там завязывания каких-то кармических узлов, там разборок и так далее, то есть это теменная зона. Лоб и виски – это напряженный мыслительный процесс. Когда человек не может отпустить какую-то мысль, он не может найти к ней решение, но тем не менее постоянно крутится у него эта проблема, да, то есть ему, знаете, как-то, ну не получается, отпусти на время, да, то есть подумай об этом завтра. Нет, да, то есть человек насилует себя, не понимает, не получается, но тем не менее. Напряженный мыслительный процесс – это боль в висках, да, то есть и лобная часть. Вот затылок – это сверхтребовательность к себе. Все вот эти затылочные узлы, особенно от лимфатические, затылочные мышцы, вот то, что нас типа на сквозняках где-то шею потяну. Понимаете, пространство простраивает так ситуации, чтобы у нас что-то где-то зажало, потянуло, там мы ударились, укололись, порезались, да, то есть
Это в любом случае проявление тех же самых психосоматических связей. Так вот, затылок — это сверхтребовательность к себе. Когда человек сам себе ставит высокие планки, не всегда получается ему их достичь, где-то силы воли не хватает, а где-то внимательность ушла по разным причинам, и он сам себя ругает. То есть вот сам себя буквально гнобит, да, то есть вот это вот затылок. Тогда, когда мы ставим перед собой цели не совсем реально достижимые. Вот. На голове у нас растут волосы, да, то есть это очень немаловажный аспект, да, то есть у кого-то они растут, у кого-то они не растут, но волосы, скажем так, это вообще такая культовая часть тела во многих древних традициях. Немножко остановлюсь именно на старых традициях, вот, ну, вот славянские наши, да, то есть длинные косы, обязательно вот бороды, да, то есть мужчины, в принципе, не брились, да, то есть и волосы, какие у них есть синонимы? Косы, да, космы, космос. Волосы всегда связывались с силой, со связью с высшей силой, со связью с Всевышним, с сознанием таким вот вселенским. И волосы, они часто участвуют в каких-то ритуалах, да, то есть это действительно такая культовая часть тела. И вот даже вот если взять богов, да, вот наш славянский Велес, Велес волохатый, Велес волос, на него так вот говорят, да, то есть волосы связаны со знанием, и со знанием, с информацией, с энергией. Если мы возьмем ведическую, допустим, индийскую традицию, у них там есть Шива, вот, Шива — это прототип нашего Велеса, и вот сейчас даже в слове это Шива, шевелюра, вот на французском, вот, наш украинский язык очень похож на санскрит. Я французский изучала, и украинский с французским очень похоже, да, то есть, и опять же, связь с санскритом. На французском языке волосы шве, шива, да, тот же самый, да, то есть очень много этимология слов тут прослеживается. Так вот, волосы. Здесь есть два психосоматических таких основных фактора. Во-первых, переизбыток информации. Когда у человека слишком много информации, у него открытый верхний вот этот вот поток, а использование информации в нашем реальном пространстве немножко тормозит, на все не хватает времени. Знаний огромный такой, вагонище просто, но это знание не настолько, да, то есть не успевает даже человек, может быть, физически его воплощать в реальность, передавать кому-то, использовать, потому что знание — это энергия. Если энергия взята, да, то есть это знание, ее обязательно нужно пускать в мир. Если этого не делать, энергия будет человеку вредить изнутри, потому что суть энергии — это работа. Так вот, чтобы не нарушилось что-то более важное в организме, иногда начинается выпадение волос. Для того, чтобы, да, вот как психосоматика работает и охранный механизм организма, да, то есть сбросить вот эти вот антенны наши, да, то есть проводные, для того, чтобы человек не страдал от неиспользованных знаний. Это один фактор. Второй фактор, когда какие-то вопросы с волосами, страх потери контроля над ситуацией. Это очень часто касается руководящих работников, которые должны контролировать все. И вот и если у них, даже если у них это все получается, тем не менее всегда страх, что вдруг он что-то не знает, вдруг что-то вышло из-под его контроля, а вдруг ему надо уйти в отпуск. Знаете, как многие начальники вообще боятся уходить в отпуск. Потому что вот это делегировать какие-то свои обязанности, да, и контролировать что-то на расстоянии, для них, ну, не всегда это приемлемо. Ему лучше там сгореть на работе, но в отпуск я не пойду. Вот. Так вот, страх потери контроля над ситуацией и плюс хроническая, опять же, усталость, да, то есть это тоже факторы выпадения волос. Бывают волосы выпадают у женщин после рода, да, то есть... Появляется ребенок, появляется очень любимое, долгожданное такое вот чадо. Но тем не менее, что происходит, да? То есть у нас сейчас век активных женщин.
степень свободы женщины просто в разы, она превращается вообще к нулю, да, то есть есть, появился новый генерал, возле которого нужно быть 24 часа в сутки, а то и 28, на которых нет. Вот. И вот эта вот потеря свободы, да, что женщина уже не может контролировать какие-то другие сферы своей жизни, это тоже может вызвать какое-то временное облысение, да, потом уже приходит это все в норму, восстанавливается. Почему? Потому что эмоционально восстанавливается человек. Глаза. Здесь вообще все просто, да, вот почему я говорю, что психосоматика это просто. Что орган делает, то такая у него и психосоматика. Глаза что видят? Да? То есть мы смотрим на мир через глаза. Если проблемы со зрением, если снижается зрение, что? Не хочу видеть, не хочу что-то, кого-то видеть. И тут у нас уже есть деление лево-право, да, то есть я вот женщина, если у меня снижено зрение правого глаза, да, то есть я не хочу что-то видеть, связанная с женщиной. И очень часто мы видим детей в очках, да, то есть и вот в школе нагрузка на глаза, ну, класс, 30 человек, не все же 30 человек от нагрузки на глаза сходят в очках, нет, да, то есть дети как раз из-за вот этой психосоматической связи страдают наиболее сильно. Почему? Потому что не хочу видеть, да, то есть мы что, мы можем уйти от этой ситуации, а дети никуда деться не могут, да, они часто являются заложниками, да, то есть семейных конфликтов, они вынуждены видеть, как ругается там мама с папой, да, то есть или другие близкие родственники, деться он никуда не может, он маленький, он зависимый, и поэтому проще организму закрыть на это глаза, и начинается нарушение со зрением. То же самое с ушами, не хочу слышать. Это касается и детской глухоты, и это касается снижения слуха и у взрослых людей. Не хочу слышать что-то конкретное или вообще не хочу слушать советов. Да? Вот кто-то очень назойливый, да? Вот я сам знаю, как прекрасно, да? То есть как нужно, я сам себе хозяин, чего вы мне тут советуете. Да? То есть если у человека просто раздражение на советы, и от этого закрывается его слух. То есть все, чего мы не хотим слышать, да, то есть от этого снижается слух. Нос. Нос мы разберем уже немножечко и вместе с дыхательной системой. Давайте сейчас возьмем ротовую полость, рот. Значит, рот. Что делает нас эта часть тела, да, то есть рот и все, что в нем находится, мы прежде всего говорим, то есть рот, все, что с ним связано, с психосоматикой, это сказанное слово. Естественно, сказанное слово отрицательное, то есть мы говорим о болезнях, осуждение, сквернословие, всяческие такие, как... пополоскать кому-то кости, сплетни, злословие, клевета, да, то есть все, что связано, обвинения какие-то, заслуженные, незаслуженные, гневное слово, вот это все рот. То есть человек, который злословит постоянно, сплетничает, у него часто вскакивают там заеды и так далее. Почему? Потому что вообще все стоматиты, вот эти вот все вот болячки полости рта, это резкое закисление слюны. То есть уровень pH слюны резко падает, и начинаются те или иные воспалительные процессы. Если это происходит хронически, не обязательно будет что-то высыпать вокруг рта, типа там герпеса, заяд и так далее. У человека будут проблемы с зубами. Вот... Честно, в своей практике вот все злобные люди, которые постоянно живут в осуждении, в обсуждении, у них своя точка зрения, прав, не прав, да, то есть он может 150 раз быть неправ, но он настаивает на своем, чисто уже так вот из упрямства, зубами там полный такой аут. Но что еще может влиять, допустим, на здоровье зубов? Да? То есть очень важная штука. Да? Стоматология еще плюс очень недешевая такая сфера медицинских услуг. Зубы – это корни, зубы – это род.
Все, что связано с родом, кармические какие-то задачи рода, это все связано именно с зубами. Вот. И если, допустим, точно так же разделить нас пополам по вертикальному делению психосоматическому, то, допустим, с правой стороны, допустим, у меня, у женщины, да, то есть здоровье зубов будет связано с крепостью и с энергиями женского рода, а слева с крепостью и с энергиями мужского рода. Насколько родственники по той или иной линии, да, по линии мамы или папы у вас дружны, общаются между собой, или есть какие-то давние ссоры, там, допустим, на поколение, на два вглубь, да, и потом род не общается, там, одна ветка с другой. То есть у человека тоже может быть зависимость здоровья зубов именно от этого фактора, от того, что энергии рода нормально не проходят, да, то есть и сила рода теряется. Нос и носоглотка. Вот это собиратель наших обид. То есть детские обиды, искренние такие обиды, вдруг вот так вот, да, то есть это насморк. Вот если у вас пошел, случился насморк, не ходите куда-то вглубь, там какие-то там регрессии и тому подобное. Вспомните, что было буквально день, два, три назад, на кого вы обиделись. В психосоматике важно понять, да, вот этот вот ник энергетический. То есть эмоция для того, чтобы вызвать ту или иную болезнь, она должна быть концентрированной. Мы ведь очень часто обижаемся, но не обязательно это все заканчивается насморком. Почему? Мы можем обидеться сильно, а можем так себе. Да? То есть смысл в том, что концентрированная мысль, она уплотняется, уплотняется и спускается на физический уровень. Если концентрации мысли не хватает, она фактически распадается. То есть человек прощает, там, ну, перестает обижаться. Да? То есть, и это все уже, скажем так, гасится и на физический уровень не попадает. Хронические обиды, да, то есть такие застарелые уже, да, то есть что если у человека вообще привычка обижаться. Это хронический насморк. И причем очень часто человек даже не признает того, что он очень обидчив. Да я что, я ничего, да, то есть, ну, а внутри-то оно вот как где-то там засело. Горло, да, то есть вообще все болезни, связанные с ОРЗ, это болезни общения. То есть нос – это обида, да, то есть это первоначальная реакция, а горло – это, опять же, проглоченная уже обида. Это невысказанное что-то. То есть, либо человек проглотил эту обиду, вот, допустим, начальники подчиненные, сильно там не можешь, не будешь, там не всегда есть возможность отстоять свою точку зрения, потому что ты можешь лишиться работы, да, то есть не каждый может себе это позволить. Подчиненные, да, то есть такие вот позиции, это часто почва для каких-то обид и ОРЗ заболеваний. Либо наоборот, произошел сильный скандал, это тоже заболевание горла. Если вы вот вспомните свое ощущение, да, что человек хочет еще от обиды, ему хочется заплакать, да, вот реакция ребенка на обиду, он сразу плачет, и вот нос – это невыплаканные слезы, аллергия, это которая проявляется через насморк, это невыплаканные слезы. И опять же, попробуйте вспомнить свои ощущения вот в детстве, когда вы начинали, только первая слеза, какой спазм в горле. Горло болит, да, то есть в горле тоже есть связки, да, то есть там есть микромышцы, которые, напрягаясь, вызывают обычную мышечную крепатуру, горло начинает болеть. Вот. Так вот, горло, да, то есть это то, что мы проглотили или не проглотили, но тем не менее, да, то есть это тоже обида, которая уже пошла ниже. И чем крепче обида спускается вниз по дыхательной системе, она и проходит трахею, она проходит бронхи, да, то есть бронхи – это уже обида такая с добавлением какой-то уже злости, да, то есть такое вот... Здесь есть детская обида, такая вот искренняя, но сильная, а вот там, где бронхит, это такое вот, даже такое вот, с присмаком, ну не то, что вместе, да, то есть не то слово, но тем не менее, да, то есть идет такая вот потом очень жесткая обратная такая реакция, да, вот, а детская обида это сам к себе, да, то есть я обиделся, ну ты обидчик, ты и ладно. А здесь идет именно еще такая злобная реакция назад на другого человека, то есть это бронхит.
Легкие. Легкие, тут уже немножечко психосоматика меняется. Легкие – это собиратели эмоций потери. То есть чувство потери живет в легких. Что человек потерял в жизни? Он потерял любимого, он потерял дело, отняли, отжали бизнес, потеряли деньги, мошенники с карточки там тоже сняли какую-то сумму, сгорел дом там, допустим, да, то есть потеря от морального до материального, неважно какая, это воспаление легких. Эмоции, связанные с потерем, с потерей какой-то веры во что-то, они тоже очень сильные. Вера может быть в какие-то идеалы, вера может быть в себя. То есть что такое нереализованный человек? Это человек, который потерял веру в самого себя. Вот я вам могу сказать, что возьмите всех туберкулезников, вот их истории заболевания – это потеря. Кто что потерял, у каждого свое. То есть ко мне как-то приходил один офицер, у которого была вторая стадия рака легких, и, естественно, без психосоматики такие кармические заболевания вытащить людей из них не просто. То есть нужно еще энергетическую платформу очень хорошо поднимать. Вот. Он говорит, я потерял веру в людей. Я потерял веру, да, то есть в структуру нашей армии, веру в честь офицера, да, то есть вот такие вот даже понятия могут сделать человеку какие-то хронические заболевания легких. Есть у нас еще такое как бы образование вокруг легких, у нас есть мешок такой, называется плевра. Так вот, плевра – это как бы… Есть еще такое понятие, как настолько разочарование в чем-то, что я не хочу жить. То есть плевра, да, то есть это вообще уход в самого себя, то есть плевриты – это разочарование такой вот высшей стадии. Плевриты тоже случаются. И момент – дети. Как дети, допустим, 2-3 лет, да, маленькие дети до 7 лет, могут транслировать такие эмоции. Если у ребенка бывает воспаление легких, откуда у него может быть какая-то депрессия или чувство потери, веры, что-то, да, то есть откуда у ребенка? Нет. Дети до 7 лет болеют вместо своих родителей. Дети до 7 лет транслируют своих родителей. Хотите вылечить ребенка, начинайте с его семьи. Хотите понять, почему болеет ребенок, нужно спрашивать, что происходит между родителями, что происходит у мамы, что происходит у папы. Ребенок из чувства безусловной любви перетягивает на себя программы родителей, перетягивает на себя их негативные программы и, соответственно, перетягивает на себя их заболевания. Спускаемся дальше. Ну, в принципе, можем поговорить сейчас еще о шейном отделе позвоночника, тоже очень интересная такая сфера, часто очень болезненная, которая то тянет, да, многие из нас имеют сидячую работу, много проводят времени за компьютером, перегружено этот отдел позвоночника, но в чем его психосоматика? Шейный отдел позвоночника – это кругозор. Это гибкость восприятия информации. То есть помните, у нас до плеч, да, то есть прием информации. То есть и соглашаемся мы с этой информацией или нет, да, то есть это выбор и наше потом уже эмоциональное проявление этого согласия или несогласия. Так вот, шейный отдел позвоночник – это способность воспринимать информацию, способность менять свои убеждения и наш кругозор. Вот есть такое понятие, как зашоренный человек. Вот когда человек зашоренный, да, то есть вот у него и шея вот так вот, она откоснет, косность мышления, тоже вот сюда это выражение можно отнести. То есть когда человек не хочет поворачивать голову, да, то есть вот, если начальник всегда прав, если не прав, смотри параграф первый. Вот это вот о шейном отделе позвоночника. Когда человек не хочет меняться, он жестко настаивает на своем. Когда человек не хочет развиваться дальше, да, то есть консерватизм некоторого мышления присутствует, тогда у него нарушается здоровье шейного отдела.
То есть если как бы посещают такие моменты у человека, то есть тут нужно сделать разбор, да, в чем я сам себя торможу, почему я не хочу развиваться, на чем я застрял, в чем я упрямый, да, какие мои убеждения давным-давно пора изменить. Дальше. Щитовидная железа, да, то есть тоже она у нас здесь находится в области горла, да, то есть и о чем нам говорит щитовидная железа? В принципе, орган, который достаточно часто на слуху, да, то есть заболевания щитовидки сейчас очень участились. Почему? В чем его психосоматика? Щитовидная железа – это когда жить тяжело. Щитовидная железа – это на физике, это окислитель нашего организма. Какие функции щитовидной железы? Кроме гормональной системы, да, то есть чуть-чуть отойдем от обычного медицинского понимания щитовидной железы. Щитовидная железа управляет уровнем pH нашего организма. Да, ею командуют гипофиз и гипоталамус. Но щитовидная железа имеет функцию управления плотностью желчи. Желчь может быть слишком густой или может быть слишком жидкой. И в таком вот неправильном состоянии, попадая потом в кишечник, то есть желчь обеззараживает наш организм, а из кишечника все вещества всасываются в кровь. Кровь потом возвращается к щитовидной железе. То есть неправильное управление, закисление организма, кислая кровь поступает к щитовидной железе, и круг замкнулся. И тогда наряду с нарушением обмена веществ человек еще может иметь разлады других каких-то систем своего организма. Где разомкнуть этот круг? Эмоции. Щитовидная железа – это жить тяжело. У каждого понятия тяжести жизни свои. Кому-то это реально тяжело, а кому-то тяжело сходить в магазин за хлебом. Это великая обуза. Но чаще всего все-таки щитовидная железа – это когда человек добровольно взваливает на себя какие-то обязанности, сам себе трудности какие-то создает. Вот, и, ну, я ж уже подписался, да, то есть я буду это нести, но мне тяжело. Вот это психосоматика щитовидной железы. То есть если вы что-то взяли на себя, какую-то ответственность, научитесь относиться к ней правильно. То есть не можете изменить ситуацию, измените свое отношение к ней. Любая железа – это эмоция, любая эмоция – это гормон. То есть об этой связи не забывайте. То есть своими эмоциями мы простраиваем свое собственное здоровье. Сердце. А сердце – это, естественно, орган любви. И все, что связано с чувствами, с личными взаимоотношениями, все это, да, у нас транслирует сердце. Но самый такой вот фактор повреждения здоровья сердца – это чувство несправедливости. Жизнь несправедлива, люди несправедливы, обстоятельства там, допустим, не те, а почему мне так, да, то есть вот кому-то хорошо, мне плохо. То есть любые вот эти вот... чувство несправедливости, это сразу заболевания идут на сердце. Почему? Потому что это идет на уровне души, это отказ вообще от справедливости устройства мира как такового. А мы знаем, что справедливость высших сил и справедливость человеческая – это совершенно другие, разные такие как бы параметры и вопросы. Мы судим о том, что происходит в нашей жизни с точки зрения своего эго. Память нам дана только в этой жизни. Мы не помним, что с нами происходило в прошлых жизнях. Да, некоторые могут посмотреть это в медитациях, углубиться, но далеко не каждому это дано, а фактически память прошлых жизней у человека отсутствует. Да, то есть ну, такая, на уровне той памяти, которой мы обладаем в нашей жизни. Так вот, высшие силы, они судят с позиции души. Вот они берут все воплощения, да, вот ты там был умница, а там накосячил 1 плюс 2 плюс 3, да, то есть и ты имеешь вот такую вот кармическую нагрузку, и справедливость будет тебе вот такая. А человек-то видит только отрезочек вот этой нашей жизни и судит только по ней,
Он-то не помнит, что какой-то Вася, там какой-то Маша три жизни назад сделал очень плохо, а сейчас они поменялись местами, да, то есть и уже на собственном опыте обидчик, да, то есть становится жертвой. Так вот, если убрать вот эту информацию, человек не понимает, да, то есть он считает, что с ним что-то происходит несправедливо. Совет таким вот людям, которые проживают вот это постоянно в чувстве несправедливости, бедуют и там как-то там возгласы на небо, а за что мне все это, аксиома, все справедливо, да, решайте ситуацию, но не сокрушайтесь о ней. Если к вам пришла вот такая ситуация, говорят, крест дается по спине, значит, вы ее выдержите. Не посылают непосильных испытаний людям, но они всегда заслужены. Есть еще у нас такой страх нелюбви, да, то есть о нем очень часто говорят психологи, очень много тренингов построено на страхе нелюбви. Я бы вообще сказала, что это своеобразный первородный грех. Практически каждый человек в той или иной мере рождается со страхом нелюбви. Дальше уже идет какое-то воспитание, и если вот там мы на какие-то тренинги попадаем, а как вас родители любили, ой, меня не любили, а меня вот так вот, они там были заняты, на меня внимания не обращали, да, то есть чувство нелюбви живет в той или иной мере в каждом из нас, и это тоже фактор повреждения сердца. Но нам дан возраст, нам дан опыт, который приходит с годами. И нам дана осознанность той, которая не была в детстве. И многие ошибки детского мышления мы можем исправить во взрослом возрасте благодаря вот этим вот психосоматическим связям. И в наших каких-то хронических заболеваний или вдруг возникших заболеваний, имеющих корни глубоко в детство, мы можем их решить и убрать из своего организма именно через психосоматику, ее разбор. Идем дальше. Молочная железа. Тоже очень большой сегмент женщин, которые страдают теми или иными разладами здоровья молочной железы. У меня даже есть отдельная статья по этим заболеваниям для одного женского журнала. Но тем не менее, какая основная психосоматика молочной железы? Первое. Женщина продолжает мысленно кормить своего взрослого ребенка и не хочет его отпускать. Вот есть мамы, которые 40 звонков в день 40-летнему сыну, да, то есть а ты покушал, неважно, что сын уже имеет своих детей, у него достаточно заботливая жена, нет, ей нужно проконтролировать. Вот этот материнский контроль, да, то есть такой чрезмерный, это вот как раз продолжать кормить грудью своего великовозрастного ребенка. Есть у женщин страх отпустить своих детей, да, то есть я, допустим, выросла на утверждении, что ребенок гость в твоем доме, да, ему всегда придет время уйти, но далеко не каждая женщина может согласиться с этой формулой, и вот один из факторов повреждения молочной железы – это вот страх отпустить ребенка во взрослую жизнь. Второй фактор. Стресс давания получения. Он тоже такой достаточно большой сегмент забирает психосоматических таких вот связей. Давать, дарить что-то нужно бескорыстно. Да? То есть очень часто мы делаем подарки другим людям, но мы этим делаем приятно себе. И на этом все заканчивается. Благодарность должна быть искренней, подарок должен быть искренний. А если вот я сейчас тебе сделаю какую-то услугу, но ты мне будешь должен. Вот я ж тебе, вот допустим, как вот у нас есть вот подарки, да, вот есть друзья, там, допустим, какой-то коллектив там и так далее. И вот мы там то ли сбрасываемся на подарки финансами, то ли мы там обмениваемся подарками со своими более близкими друзьями. И он, допустим, там подарили тебе там на 500 гривен, да, то есть и вроде бы как и ты должен на эту сумму точно так же подарить, да, чтобы было какое-то там равновесие. Но бывает так, что одна семья очень состоятельная, ну, другая так себе, но они дружат. Или они там кумовьями там какими-то являются друг другу. И начинается.
Боже, я ей подарила на 300 гривен, и она мне, но для нее же это копейки, и там и 3000, да, вот эти вот обиды. Ты мне должен. Так вот, молочная железа, то есть она реагирует на это, потому что вот эта доброта и бескорыстие, оно живет там. Поэтому обязательно, если вы что-то даете, вот есть сейчас вот такой вот благотворительность, там, десятину, помогаете кому-то, да, кармические семена там садите, да, то есть обязательно нужно заниматься благотворительностью. Не занимайтесь благотворительностью через силу, она должна быть искренней. Если вы кому-то подарите гривну, но от всей души, это сделает счастливыми и вас, и передаст большой квант позитивной энергии человеку, которому вы пожертвовали физически немного, но вы подкачали его пространство хорошей энергии, к нему придет что-то хорошее из другого источника. Чем вы там, допустим, какую-то там десятину, да, ну 10%, чтобы деньги там никуда от меня не делись, чтобы финансовый поток не скудел, я вот отдам 10%, но как же ж мне его жалко отдавать, да, то есть с такими эмоциями благотворительность никогда не будет благотворительностью. И вот подобные эмоции разрушают молочную железу. И еще третий фактор по молочной железе, когда женщина жалеет сама себе купить что-то, когда она отдаст последнее, допустим, там, сыну, там, дочери, там, кому-то, а для себя зажмет. Нет, внутренняя женщина всегда этому будет сопротивляться. И вот эта вот пустота, отсутствие любви к самому себе, она будет проявляться точно так же заболеваниями молочной железы. Ну и идем дальше. Позвоночник, грудной отдел, плечи, да, то есть вот возьмем вот эту костную систему. Все это, опять же, схоже немножко с психосоматикой щитовидной железы, то есть на плечах мы что, носим мешок. И вот если человеку тяжело по жизни от его каких-то обязанностей, от каких-то обстоятельств, то у него нарушается вот эта вот рама, да, то есть идет перекос плеч, да, то есть идет нагрузка на грудной отдел позвоночника. У него могут быть те или иные страхи наказания, страх перед вышестоящими. То есть когда человек боится, да, вот есть испуг, да, вот так вот согнуться, да, вот когда ты сгибаешься, ты вроде бы даже вот стойкие есть вот такие вот бойцовские, да, то есть сгруппироваться, согнуться. Так вот, когда человек в ожидании какого-то нападения на него, какого-то более сильного человека или в ожидании какого-то обстоятельства, вот сейчас у нас коронавирус, да, страх посеян информационно просто прекрасно. И есть люди, которые реально этого боятся. И вот мышцы реагируют на этот страх, и они сжимают, сжимается и позвоночник. И вот от вот этого положения, да, то есть нарушается его кровоснабжение. Всегда позвоночник зависит от состояния мышц, а мышцы очень реагируют на эмоции. Поэтому все позвоночник, его можно просто как колбасу нарезать, да, то есть там каждый позвоночник отвечает практически за свой страх. Но вот грудной отдел, да, то есть это что пришла какая-то, пришло непосильное испытание, да. Сейчас очень многие страдают от каких-то финансовых моментов, потому что из-за коронавируса бизнес там где-то остановился, нет реализации товаров, да, то есть есть товар, который может подождать, а какой-то портится. То есть финансовых убытков очень много. Кто-то да, плохо, но я это переживу, я выкарабкаюсь, да, то есть а кого-то эта ситуация ломает. И это будет отражаться прежде всего на позвоночнике. Есть у нас еще вот такая вот интересная косточка, грудина, да, то есть это когда там, где сходятся ребра впереди, да, то есть вот эта реберная вертикальная кость, грудина, вот там живет гордыня. Когда у человека присутствуют боли в районе грудины, здесь вопрос о гордыне. То есть гордыня считается одним из смертных грехов по православию и одним из самых трудноосознаваемых грехов. Гордыня – это тогда, когда человек почему-то ставит себя выше других, да, то есть снобизм какой-то, да, то есть не очень-очень много оттенков у гордыни. Но тем не менее, да, то есть она живет вот в этой вот межреберной кости. Сами по себе ребра, да, то есть это защита, защита наших убеждений. Если кто-то посягает на наши убеждениях,
пытается их как-то скорректировать, иногда не мягко, а очень жестко. Тогда, когда, допустим, образуется семья, и, допустим, у мужа там путь развития какой-то четкий, у него есть какие-то догмы, да, допустим, ну, славянское там ведическое православие. Женщина должна ходить в длинной юбке обязательно с косой, какая там косметика там и то и все. Ну, разное бывает, да. И это начинает ломать какие-то убеждения самой женщины. Она вроде бы как и подчиняется им, да, потому что, в принципе, мужчина должен быть духовным лидером в семье, но, тем не менее, это ломает ее систему защиты, да. То есть и могут быть какие-то вопросы именно с реберными костями. Спускаемся дальше. У нас дальше есть большая область ЖКТ, да, то есть желудочно-кишечный тракт и все, что связано с пищеварением. Вообще желудочно-кишечный тракт символизирует наш путь, наш жизненный путь, путь нашего, так сказать, предназначения. Как мы идем к нашему предназначению? Кто-то идет, да, то есть путем поиска, но он идет, чуть-чуть виляет, но идет прямо. А кто-то останавливается, да, то есть, стоп, я не знаю, что делать, эта работа мне не нравится, чем мне заняться еще? Это очень большой сегмент вопросов, допустим, вот, к людям, которые занимаются консультациями, различным там астрологам, тем же самым, да, там и нумерологам, да, то есть мое предназначение, зачем я сюда пришел. И часто, да, то есть человек приходит с таким запросом, когда у него очередной какой-то ступор. Так вот, ступор в жизни отражается в ступоре на ЖКТ. То есть эта система тоже замирает, она начинает работать со сбоями. Ну, в принципе, все по порядку. То есть мы с вами уже перешли сегмент, помните, средний, да, то есть это, который отвечает за переработку информации. И вот смотрите, опять же, крылатое выражение, да, вот особенно по желудку. Я тебя не перевариваю, да, то есть я не перевариваю эту ситуацию, да, то есть, опять же, эти крылатые выражения, я говорю, в них очень много скрыто психосоматики. Так вот, желудок как раз он символизирует, да, то есть он принял, да, он пытается переработать какую-то информацию, ситуацию, отношение к какому-то человеку, вот, и усвоить это все, а у него внутренний протест. То есть он переваривать не хочет, у него есть отторжение какого-то человека. И иногда мы от человека можем уйти, да, то есть сменить свое окружение, а иногда нет, да, то есть мы к некоторым людям привязаны. И начинаются вот эти вот несогласие именно со стороны здоровья желудка. А есть такое вот, когда говорят, язвительный человек. Что такое язвительный человек? Он осуждает, да, он сарказм, да, то есть вот такой вот у него идет, он высмеивает кого-то, да, то есть он тоже не принимает кого-то, но он поднимает человека на смех, он еще его как бы оскорбляет. Так вот, язвительный человек, да, о чем здесь говорит? Язва, да, будет язва в желудке, будет язва в 12-перстной кишке, потому что ты это заслужил, да, то есть своими едкими эмоциями. А вот это вот все, едкость, откуда она идет? От дисбаланса уровня pH, да, все у нас упирается в те же самые химические реакции, которые соответствуют тем же или иным эмоциям. Желчный пузырь, да, вот давайте уже по таким вот органам пройдемся, которые тоже относятся к пищеварению. Желчный пузырь. Есть такое выражение, человек желчный, человек злой, да, то есть вот так. Но это не о желчном пузыре. Злость живет в печени, а желчный пузырь – это психосоматика человека, который желает влезть в чужие проблемы, дать бесплатный совет, а когда ему говорит «не лезь, да не лезь ты сюда», да, то есть мы и без тебя разберемся, он искренне обижается. То есть желчный пузырь – это обида на то, что твое мнение не принимается в расчет. Это злобная обида, да, то есть все равно здесь злость присутствует, но тем не менее это все равно обида на то, что ты хочешь типа как лучше, а тебе говорят, ну, не лезь. Ну, вот бывает такая вот ситуация, допустим, есть семья молодая, городская, а за городом, допустим, живут родители. И вот они как-то приехали и привезли там мешок капусты на засоли. Зачем мне мешок капусты? То есть мне его даже хранить, да, то есть мне не надо 3 ведра квашеной капусты, да, то есть, ну, бывает такое, что
дадут, да, то есть чего там много, да, то есть переработать этого невозможно, да, и когда даже просится, да, то есть мне столько не нужно, да, там, допустим, не везите, есть возможность реализуйте, да, то есть иногда человек хочет наградить каким-то, вот догнать и причинить счастье, а тебе потом, да что ты лезешь? И вот начинаются вот эти вот обиды и проблемы с желчным пузырем. Все обиды еще у нас каменеют в организме. Так вот, камни в желчном – это обиды по поводу того, что не принимает какую-то твою помощь. Но в то же время сам человек не понимает, что его помощь, она чрезмерная. И вот есть такое понятие, как сопереживание, переживание, переживать жить за других. Вот это тоже психосоматика желчного пузыря. Когда человек слишком переживает за кого-то, он хочет, да, то есть как бы влезть в чужую жизнь, наладить там все по-своему и забрать у человека другого какие-то кармические уроки, его опыт, да, то есть это кармически наказуемые вещи. Вот это вот ведет к снижению здоровья желчного пузыря. А вот злость – это действительно печень. Злость разрушает печень. Злость может быть яркая, человек может быть агрессивный, а есть злость, когда в себе, да, то есть человек тихо сидит там и там, злится на кого-то, и опять же, накопление эмоций, концентрация эмоций, она только тогда даст заболевание, да, то есть когда человек часто повторяет эти эмоции и с большой их силой. Поджелудочная железа. Тоже часто случается заболевание с этим органом, и психосоматика поджелудочной железы – это страх чужой жалости. Очень часто тоже заболевания поджелудочной железы касаются руководящих работников, касаются людей, которые по тем или иным причинам, во-первых, должны быть на виду в силу своей работы, а по другим причинам они зависимы от чужого общественного мнения. А что люди скажут? Так вот, что люди скажут, да, это не показать какие-то проблемы другим. Для чего? А не дай бог, то кто-то узнает, что у меня все плохо, и будут осуждать это раз, а во-вторых, меня вдруг пожалеют. Вот страх жалости, вот эта вот психосоматика поджелудочной железы, это практически один из лидеров, да, то есть таких вот эмоций. Есть такое заболевание сахарный диабет, да, то есть он связан с уровнем глюкозы и сахара в крови. Вот горечь от того, что у тебя что-то не так, и ты стесняешься это показать миру, да, то есть ты там такой боец с флагом наперевес, а на самом деле у тебя в жизни там что-то внутри происходит, какие-то траблы. Так вот, чтобы подсластить самому себе горечь вот этого жизненного поражения, выбрасывается вот этот вот лишний сахар в организм. У человека есть страх показать свое не очень высокое положение, и у него одновременно рождается зависть к успехам другого человека. То есть зависть тоже живет в поджелудочной железе. Вот. И откуда рождается зависть, откуда вот этот вот перекос? Здесь тоже есть недостаток любви человека, да, то есть он был недолюблен, там, допустим, родителям, он был недолюблен самим собой. И вот эта вот любовь, она имеет, если брать чувства, там, допустим, по вкусам, любовь имеет сладкий вкус. Вот почему говорят, что мужчина пьет тогда, когда его женщина не любит. Вот когда у человека, опять же, чувство не любви, часто женщина его заедает конфетами, да, то есть любит сладкое, а мужчина пьет, потому что спирт, опять же, делается из того же самого сахара. Есть у нас такой орган, как селезенка. А селезенка относится к основным фильтрам нашего организма. Так вот, все фильтра организма нашего имеют психосоматику воспринимать и обрабатывать информацию объективно, а не субъективно. То есть люди, у которых заболевает селезенка, это чаще всего люди, которые осуждают кого-то, да, то есть они проходят такой вот постоянный у них сито, да, то есть всех там промыть кости кому-то, да, то есть осуждают за те или иные моменты, да, потому что у них фильтр восприятия информации идет субъективно.
Ну и как я говорила, что сам по себе кишечник уже, да, то есть это жизненный путь. И если у человека есть склонность к каким-то запорам, да, то есть это связано со ступором в его жизни, в его развитии. Если человек наоборот несет, это говорит о том, что он не хочет решать проблемы, ему проще от них убежать, он скрывается от них, он лжет самому себе в том, что ну это меня сейчас не касается, это не актуально, там и все. А на самом деле внутри ему страшно, да, то есть и кишечник может слабить. И вот отдельно вот остановимся на отделе кишечника, то есть прямая кишка, да, то есть когда уже идет сброс, да, того, что мы съели, того, что как бы мы вложили в нас организм, а на психосоматике это сброс информации. Это отпустить что-то, это расстаться, да, то есть с чем-то отжившим, да, то есть сбросить вот этот груз, да, то есть сбросить груз каких-то эмоций негативных, отпустить вот это все про прямой кишечник. То есть если у человека там есть какие-то моменты с заболеванием, то есть он не может отпустить ту или иную ситуацию. Почки, да, то есть прошли мы мимо них. Почки — это тоже у нас собиратели обид. И обиды как раз давние, да, то есть они по чуть-чуть накапливаются в почках в виде камней. Если в почках бывают кисты, да, в принципе, кисты могут быть в любом органе. Что такое киста? Это полость. То есть смысловая нагрузка, психосоматическая нагрузка кист – это отсутствие чего-то, отсутствие любви, отсутствие внимания, обида на то, что у меня чего-то не было, не стало, отобрали, да, то есть это тоже почки. Но в любом случае, даже говорят, вот, если у вас есть в почках камни, да, то есть посчитайте, сколько их, да, вот на стольких человек вы обижаетесь. Ну, я не проверяла, насколько это действительно может так вот по количеству соответствовать, но то, что это действительно обида, это так. Есть у нас надпочечники, да, то есть маленькие такие железы, которые расположены вверху почек. Надпочечники – это стрессовая инсулиновая система. Вот надпочечники – это всегда быстрая реакция на какой-то стресс для человека. То есть если человека посетила вдруг резкая какая-то эмоция, эмоция страха, там, допустим, ну, чаще всего стресс, да, то есть это испуг. И надпочечники, да, то есть дают команду быстро сжаться почкам, дают иногда очень скачки давления. И надпочечники точно так зажимают спинные мышцы. Так вот, у человека какого-то присутствуют какие-то хронические страхи, то спиной отдел, да, вот, позвоночника, то есть средний отдел позвоночника, у него тоже может иметь какие те или иные заболевания, смещения, грыжи там и так далее. Спускаемся к гинекологии, да, то есть к нашим половым органам. Женская система, яичники. Вопросы с яичниками – это всегда вопросы с близкими людьми. Мама, папа, сестра, брат, дедушка, бабушка и чаще муж, да, то есть для женщин. Справа или слева, да, то есть у нас здесь уже вступает закон, то есть парный орган мы всегда рассматриваем с позиции вертикального отделения, которое я вам показывала на картинке, и справа у женщины яичники, да, то есть заболевания с ними связаны с вопросами мама, сестра, да, то есть близкая женщина какая-то, левый яичник – это вопросы, связанные с мужчинами. И точно так же кисты в яичниках возникают из-за отсутствия внимания, да, чего-то нет, не додает любви, не додает внимания или еще какие-то там обиды на что-то. Если мы спустимся пониже, да, то есть как бы матка. Матка – это мама. Матка – это женщина в женщине, это все женское там, и, естественно, там у нас растет ребенок, то есть этот орган связан с вопросами о детях. То есть прежде всего матка – это взаимоотношения дочери и матери. Если у дочери есть претензии и обида на маму,
не так воспитала, не дала чего-то, была старшая сестра, ей было, допустим, больше внимания, а мне меньше, там, или наоборот, старший, младший. Вот эти вот претензии к отсутствию материнского внимания, это все живет в матке. Страхи по поводу иметь, не иметь детей, страхи по поводу вообще наличия детей в жизни, это тоже может возникать заболевание в матке у женщины. Мочевой пузырь для женщины – это претензии к близкому мужчине, то есть мужу, парню, да, то есть того, с кем у вас уже крепкая личная связь. И мочевой пузырь у мужчин точно так же, да, то есть зеркален, то есть претензия к женщине. То есть мочевой пузырь у женщин – это претензия к мужчине, а у мужчин, естественно, наоборот. Мужская половая система может претерпевать те или иные заболевания из-за уничижения мужественности в мужчине. Да, ему говорят, да ты не мужик, да ты не можешь. Когда даже мужчина сам себя может загнать в эти рамки. То есть когда мужество в мужчине унижается, это расстраивается мужская половая система. Это нужно понимать, да, то есть и мудрая женщина никогда не будет такие высказывания посылать своему мужу. Естественно, точно так же мудрый муж не будет уничтожать женщину в женщине. То есть наши межличные взаимоотношения – это целое искусство, но незнание этого искусства, незнание, как правильно вести себя в паре. Почему? Потому что нас не научили мамы с папами, а их не научили бабушки с дедушками, потому что где-то были заняты, где-то война, да, то есть очень много пробелов в воспитании вот этих вот межличностных отношений, и, естественно, они потом проявляются в наших заболеваниях. Система жидких сред, кровь, допустим. Кровь – это любовь, то есть все, что связано с чувством любви и все, что связано с родом, это все доскровные узы. То есть где-то в травмах, там, допустим, в тех или иных заболеваниях, если присутствует еще фактор, связанный с кровью, то есть это вопросы, опять же, рода и вопросы любви. Лимфатическая система, да, которая тоже очень важна в нашем организме, это насилие над своими чувствами. Когда человек себя заставляет то или иное делать, там, допустим, принимать какие-то там обеты, обязательства, вести себя так, как ему бы не хотелось себя вести, но это традиционно почему-то, да, то есть, или он сам себе, ну, вот я вышла замуж, да, вот, ну, буду любить там такого, какой есть. То есть, когда человек производит насилие над своими чувствами, вот это идет сбой в лимфатической системе, воспаляются лимфатические узлы или те или иные идут изменения. Если мы возьмем костную систему, то есть мы с вами уже идем чуть-чуть в расширение, да, то есть уже как бы более такие системные моменты. Что такое кость вообще? Кость – это отец прежде всего. Костная система – это программы отцовские в нашем организме, независимо от того, мужчина или женщина. Психосоматика кости – это психосоматика отца. Особенно это касается позвоночника. То есть, если у человека какие-то вопросы с позвоночниками, даже у него смещение, вот, допустим, по диагностике биолокационной, всегда отвижу, если нарушены практически все отделы позвоночника, это значит, было отца мало в жизни человека. Ранние разводы, допустим, там ребенок рос без отца, или отец был и хороший был, но у него постоянно были там командировки, ребенок страдал от малого участия отца в воспитании, да, то есть по тем или иным причинам. Подавляющая мать, слабый отец, да, вот опять же перекос мужского женского, это все отражается на позвоночнике. Если хотите вылечить свою спину, да, то есть вот эти психосоматические связи, да, программы отцовские, без их проработки будет это сделать сложно.
Наша костная система, да, то есть она еще у нас идет вместе с хрящами, да, то есть с суставами. То есть позвоночник — это такой набор суставов. Есть у нас суставы там коленные, локтевые, да, то есть любые, да, то есть наши любимые ноги, которые тоже часто у нас психосоматически могут страдать, да, то есть и проявляться там какими-то вывихами, травмами, воспалительными процессами. То есть любой сустав, да, особенно от ноги, допустим, колени, это гибкость мышления. Суставы, его функция, да, что делает орган? Это подвижность. Если что-то не гнется, это говорит, опять же, об упрямстве человека. Об упрямстве, о том, что он навязывает свое мышление кому-то, или наоборот, страдает от того, что кто-то ему что-то навязывает, он вынужден подчиняться. Мышечная система, мышцы — это наша сила. Вот когда у человека депрессия, у него вот и мышцы вот так вот приходят, да, то есть теряют свой тонус. Вот даже, почему говорят, что по лицу видно, что человек влюбился? Потому что сразу эмоции, а, все разгладилось, класс, глаза горят, да, то есть мышцы подтянулись. Депрессия, да, это все вот так вот опадает, да, все плохо. Мышцы реагируют на наши эмоции больше и быстрее, чем какой-то любой другой орган. Точно так же они сжимаются от страха очень быстро, точно так же они расслабляются от хороших эмоций. Если брать отдельно такие вот уже части тела, допустим, ноги, да, то есть что делают ноги? На ногах мы стоим. Ноги символизируют нашу устойчивость. Устойчивость, да, то есть это финансовая безопасность, да, то есть мы с этим можем свой фундамент и свою устойчивость символизировать. Основа, да, то есть какая-то наша жизнь, друзья верные, да, то есть чем мы символизируем устойчивость, да, то есть это вот ноги. Ноги у нас, ногами мы ходим. И вот психосоматика, вот, когда тоже вот здесь может быть чувство потери, да, когда кто-то ушел, да, ушел к другой, ушел из жизни, да, то есть уходить очень часто, то есть потеря воспринимается психосоматически, потом воплощается в болезни ног. Руки. Что делает человек руками? Мы берем, отдаем, мы руками руководим. Отдаем мы правой рукой. То есть если у человека есть какая-то жадность, скупость, у него могут пойти травмы именно на правую сторону. Здесь у нас уже нет такого мужского-женского деления от вертикального. А именно вот правосторонние травмы иногда связаны с жадностью, то, что я не хочу что-то отдать. А левой рукой мы наоборот принимаем. Сколько у людей комплексов по поводу даже принять комплимент, подарок какой-то взять себе, да, то есть когда человек боится или стесняется что-то принять, да, то есть это может отразиться на здоровье левой руки. Руководить, естественно, это очень часто направлять людей по своему видению, а люди иногда сопротивляются. То есть руководство очень часто оно сопровождается с тем, что мы навязываем кому-то свою точку зрения. Человек по своему положению вынужден подчиняться, но он подчиняется иногда добровольно, а иногда у него есть какое-то энергетическое сопротивление. Вот это вот тоже может вызвать те или иные процессы, связанные со здоровьем рук. Самый большой орган организма у нас какой? Это кожа. Что делает кожа в нашем организме? Она нас защищает. То есть у нее защитная функция. То есть все страхи незащищенности – это кожа. Вот есть такое заболевание, как псориаз. Он не возникает на пустом месте. Это всегда сильный стресс, связанный с функцией защиты, с эмоцией защиты. Страх быть незащищенным, а еще страх не защитить кого-то. У меня в моей практике, да, то есть люди, которые приходили с такими вот хроническими кожными заболеваниями, у всех у них были именно страхи незащищенности. И часто определенный сегмент был тогда, когда у людей не было ресурса, возможности
финансовое или просто такое событийное, помочь кому-то. И они очень-очень это переживали. Допустим, помочь кому-то выздороветь, помочь кому-то защитить от каких-то других сложных ситуаций своих близких, друзей. Человек потом за это себя корит, что я не мог это сделать. Вот это вот кожное заболевание. Кожное заболевание у подростков, да, вот если брать вот лицо, да, то есть мы берем вот как бы область. Что такое лицо? Лицо – это я, это отношение к самому себе. Подростковые комплексы, когда человек начинает себя уже больше так вот осознавать как личность, но опыта еще не хватает, у него очень все это угловато получается, сам себя не люблю, я такой, не такой, да, то есть вот это вот непринятие самого себя идет через выброс на кожу, естественно, высыпание. И если мы хотим психосоматически разобрать какую-то не то, что орган в отдельности, то есть у нас не может болеть что-то одно, допустим, да, чаще всего в организме все это взаимосвязано. Если мы берем какие-то, так уже, скажем так, диагнозы, допустим, аллергия. Аллергия бывает разная. И чтобы понять психосоматику конкретного заболевания конкретного человека, все аллергии тоже разные, надо понимать, через какие органы она проявляется, какие органы туда включаются. Здесь, конечно, очень помогает биолокационная диагностика, то есть с помощью маятника и специальных диаграмм задать вопрос, проблема каких органов вызывают у человека аллергию. И потом по набору психосоматики всех органов, входящих в это заболевание, можно составить портрет вот той ситуации, исходной ситуации, которая потом проявилась у человека через аллергию. Потому что, вот, допустим, аллергия у кого-то через высыпание проявляется. Да? Здесь страх незащищенности. И плюс, допустим, здесь участвует там печень, допустим, и кишечник, да, то есть злость, да, то есть на то, что есть отсутствие защиты, но как организовать эту защиту, я не знаю, да, то есть ступор в кишечнике. Из-за этого у человека идет неприятие этой ситуации и аллергия. Если, допустим, у человека аллергия идет через слезы, через насморк, да, то есть вот такое там, на цветение, неважно, какой фактор вызывает аллергию. Пыльца, амброзия, тополиный пух – это все внешние факторы. Смысл в том, что сигнализирует организм. Если аллергия проявляется через слезы, чихание, да, что это? Область обиды. Область обиды на уровне там, детства, допустим, на уровне незлобной обиды, да, но человек чувствует себя в состоянии такой великой жертвы. Почему-то. Он не всегда может это осознавать, да, почему здесь, опять же, биолокация может прийти на помощь, потому что можно с помощью маятника узнать даже, когда возникла эта ситуация, чтобы человек вспомнил. Смысл психосоматического разбора еще прийти к той ситуации и своим взрослым умом разобрать ее и понять, что те эмоции можно было не проявлять, можно было по-другому отнестись к той ситуации, и вот это вот расслабляет. Если, допустим, у человека давление, то есть мы можем разобрать абсолютно любой диагноз, и вы можете в своих комментариях свою ситуацию написать, или просто в общем, да, вот какой-то вот там диагноз, заболевание, и мы сможем его разобрать более конкретно. Вот, допустим, у человека скачет давление. Причин, почему у человека повышается, допустим, давление, масса. Здесь может участвовать и сердце, и почки, и состав крови, работа костного мозга, да, то есть и из наборов вот этих вот конкретных органов, если их психосоматику сложить вместе, мы можем докопаться до сути, почему у человека повышается давление. Из-за агрессии, либо наоборот, из-за недостатка внимания, из-за какой-то обиды или страха нелюбви, то есть здесь важно понимать, да, то есть в совокупности то, что вызывает проявление в организме, и как вот эти органы вместе, да, то есть на какую ситуацию человека происходит. Значит, у мамы голова кружится и высокое давление. Значит, головокружение – это следствие высокого давления, да, то есть не скачет давление, потому что кружится голова, а именно головокружение идет от высокого давления.
То есть головокружение – это как вторичный такой симптом, но он нам тоже будет помогать разбирать эту ситуацию. Во-первых, опять, как я говорила, что само по себе давление может вызвано быть заболеваниями разных органов. Да? То есть у мамы, может быть, это провоцирует те же самые надпочечники, там, допустим, почки. Но если уже вы прописали синдром «кружится голова», чаще всего мы вспоминаем, да, головокружение, да, то есть если бы, допустим, человек крутил головой, крутилась бы шея, да, то есть фактически шея раскручивает голову. Что у нас обозначает шейный позвоночник? Это кругозор, это найти решение в пространстве. То есть фактически у мамы может быть беспокойство на то, что в ее обозримом пространстве нет решения какой-то проблемы. Если, Юлия, вам действительно как бы важно разобрать этот вопрос, да, то есть вы можете мне написать в личку, да, то есть я просто поспрашиваю еще дополнительные симптомы, и я смогу более четче ответить на этот вопрос. Но фактически и плюс, да, то есть потому что человек не находит решения, у него появляется внутреннее беспокойство и агрессия. То есть повышение давления – это всегда агрессия. Вот. Если есть еще у кого-то какие-то... Так, не видит решения, правда, вот хорошо. Поясница тянет, копчик периодически болит и ноет низ живота. Значит, смотрите, поясница и копчик. Нижний отдел позвоночника, да, немножко мы его проскочили. Значит, нижний отдел позвоночника, у него психосоматика, страх перед обвинением, что я не могу что-то сделать, не могу обеспечить чем-то, и страх перед обвинением, что я не могу заработать денег, или что я не состоюсь в чем-то. Но это страх перед обвинением. Причем обвинение иногда, да, правильно. Был у меня такой пример в практике. Пришла ко мне девочка, ну, модель, ну, просто такая вот, да, хрупненькая, с грыжами в поясничном отделе. Сразу скажу, что грыжи в позвоночнике не всегда появляются из-за таскания ящиков, физических нагрузок. Нет, чаще всего грыжи – это воспалительный процесс, без всякой физической травмы. И вот, но тем не менее, да, то есть воспалительный процесс, осыпание на коже, аллергия. Сейчас, Катерина, расскажу вот эту историю, отвечу на ваш вопрос. И вот грыжа, да, то есть, ну, девочка ничего тяжелого не подымала, но тем не менее она у нее как бы случилась. И очень долго она лечилась в каких-то дорогостоящих клиниках, пока вот каким-то образом не попала ко мне на прием. Что выяснилось? Мы вышли на вот этот вот страх не заработать денег. И причем обвинения шли от ее отца, да, то есть связь, опять же, позвоночник, отец. И когда мы начали разбирать, да, то есть обвинения отца обоснованные, они не обоснованные, насколько они для нее имеют вес, насколько, допустим, важно ей обращать или не обращать внимание на вот эти вот отцовские колкие замечания, то есть мы убрали у нее эти болевые факторы. Тогда, когда она поговорила с отцом, да, то есть отстояла свою точку зрения и сказала, что я зарабатываю достаточно, мне хватает, да, не надо мне там толкать на что-то еще. То есть здесь вот психосоматика нам, по крайней мере, дала возможность быстро снять болевой синдром. Что сделалось? Ушла проблема, да, то есть она была постоянно в напряжении из-за этого, ушла проблема вот эта вот из мышц, да, то есть человек расслабился, мышцы начали нормально проводить иннервацию, да, то есть и питать позвоночник, и все наладилось. Кожное высыпание, аллергия исключена. Значит, что такое аллергия вообще? Аллергия – это неприятие, вот еще это неприятие чего-то, резкое отрицание чего-то. И аллергия, да, то есть неприятие, непереваривание, это еще связано с ЖКТ. Очень часто аллергические высыпания – это работа, чистота печени и кишечника, чаще тонкого кишечника.
То есть здесь нужно проверить здоровье для вас именно ЖКТ. То есть это не аллергия, это загрязненный кишечник, может быть. Почему я так говорю? Потому что все вещества, да, потом у нас пища, да, то есть она всасывается, уже идет дальше из кишечника. Если есть какое-то... Сейчас копчик с родом, сейчас отвечу на этот вопрос. Если есть загрязнение кишечника, да, то есть загрязнение слизистой, очень много там уже не выводилось, да, то есть это все в грязном состоянии и идет на фильтры организма. Если фильтры организма не справляются с переработкой уже вот этого усиленного такого вот загрязнения, выводящая система, да, то есть не справляется с этим. Выброс идет на кожу. Кожа у нас тоже сбрасывает очень много веществ в виде пота, да, в виде как бы жира выделяющегося. То есть у нас не только все идет через кишечник, да, то есть мы выводим мочевую систему. Кожа тоже у нас активно и дышит, и берет из пространства. Я вам скажу, что микроэлементы, да, то есть для строения нашего организма, мы берем далеко не только из пищи, даже большее их количество идет через дыхание и через кожу. Почему человек под водой долго будучи, да, то есть начинает чувствовать себя дискомфортно? Вот, потому что кожа не дышит, да, нет соприкасания с воздухом. И точно так же через кожу то, что не успевает, не может выводить выделительная система, все выбрасывается через кожу. То есть фактически очистка лимфы, крови, кишечника может решить вашу проблему с высыпанием. Копчик связан с родом. Ну, в принципе, если нижняя часть тела, да, то есть если мы возьмем чакральную систему, копчик, да, то есть рядом с ним находится наш, так сказать, муладхара, а если продлить вот эту как бы связь вниз, там есть у нас под стопами корневая чакра, да, то есть это считается как бы две объединенные чакры, то есть ведическая система у нас семичакровая, допустим, славянская 9, то есть у нас еще чакра корня, это она энергетическая 15 сантиметров под стопами, и чакра светоч, которая находится на те же 15 примерно сантиметров над головой, это уже высшая связь с Богом, да, то есть сахасрара, и дальше еще у нас есть одна чакра. Поэтому, в принципе, корневая чакра, она как раз связана с энергиями рода, и поэтому муладхары, тот же самый копчик, могут точно так же психосоматически отвечать на вопросы, связанные с родом. Потому что, ну, копчик, да, это как вот этот рудимент, да, там раньше у нас был хвост вроде бы как, да, то есть, ну, я с этим как бы не согласна, но тем не менее, да, то есть энергетический канал, да, то есть вниз оттуда идет, и связь рода с родовыми программами через копчик, я согласна, это имеет право на жизнь, да, то есть это теория. Вот, то есть... алгоритм, да, то есть теперь вот алгоритм, все-таки еще раз пройдем по алгоритму разбора. Есть у нас то или иное заболевание. Первое, мы пытаемся в совокупности понять, какие органы на него влияют. Так как я говорила, у нас организм – это комплексная система, и если, допустим, вы... не умеете проводить биолокационную диагностику, я вам еще раз говорю, что это курс школы «Мастерская целителя». Если кому-то это интересно, это знание на всю жизнь, да, то есть они будут вам помогать не только диагностировать, но еще и исправлять это, то есть целый комплекс, программу школы точно так же по вашему запросу я могу прислать. Вот, то есть что входит в совокупности в этот диагноз, да, то есть заболевание органа, потому что, допустим, лечить отдельно волосы, да, то есть это от всего организма, то есть восстанавливать, допустим, волосы или восстанавливать зрение, просто трескаются уголочки губ, сейчас Оксана отвечу. То есть важно понимать, с чем связан основной симптом. Понимаете, если у человека болит сердце, а проблема в позвоночнике, да, то есть если там зажаты там 6-7 грудной позвонок, это иннервация сердца, то
Проблема не в самом сердце, проблема в позвоночнике. И психосоматически обращать внимание только на язык сердца будет не совсем правильно. Нам нужно разобрать и психосоматику отцовских программ. А бывает, сердце болит из-за того, что болит, заболевание есть в желудке, есть травма слизистой. У нас в желудке есть железа, которая вырабатывает ферменты для работы сердца. Да, то есть где сердце, где желудок. Если на этом месте травма слизистая, не дай бог язва, а будет болеть сердце, а там боли не будет. И понимать человек, да, то есть что нужно, чтобы вылечить сердце, нужно вылечить желудок, да, то есть это, ну, дай бог, что он найдет хорошего диагноста, врача, допустим, и займется лечением правильно. Но психосоматика, правильная психосоматика, нужно объединить вот эти вот два органа в совокупности и понять, что я не перевариваю, не переношу ту ситуацию, я ее настолько отрицаю, что меня кто-то там любит, не любит, или, допустим, как я говорила, сердце, да, то есть это чувство несправедливости, да, то есть я настолько не принимаю то, что ситуация со мной несправедлива, это меня прям просто раздражает, да, то есть будет болеть сердце, а желудок может молчать. Если трескаются уголки губ, да, то есть был вопрос, сразу на него отвечу. Во-первых, если где-то что-то сухое трескается, это грибок, прежде всего. Грибы – это равно закисление организма, опять же, причем сильное закисление. Если это касается рта, чаще всего закисление касается слюны, да, то есть уровень pH слюны может быть слишком низким. Вот. Поэтому можно, да, то самый простой способ обеззараживания полости рта, то есть повышения уровня pH, там, жевать специю гвоздику. Вот просто вот этих вот 2-3 гвоздичка в день, вот как жвачку, да, то есть это очень хороший способ. Но если мы возьмем зональность, да, то есть еще зональность лицевая, уголки рта – это состояние тонкого кишечника. То есть загрязнение тонкого кишечника, травма слизистая там по тем или иным причинам, опять же, да, то есть там близко уже как бы желчь, да, то есть первый путь свой проходит по кишечнику, обеззараживая его, то есть тоже у нас все упирается в кислоту. То есть наладив работу тонкого кишечника, вы можете убрать вот этот вот фактор на лице, да, то есть опять же, глубоко там, да, то есть проявление совершенно в другом месте. Вот. То есть собрали в совокупность эти вот органы, простроили психосоматику, да, то есть я, вот опять же, по уголкам губ, я боюсь выразить свое беспокойство по поводу того, что я не понимаю, да, то есть что я делаю не так, то есть кишечник, жизненный путь. Я, может быть, иду не туда, но я боюсь об этом спросить и сказать. Да, то есть, может, мне нужна помощь. То есть, иногда здесь может быть боязнь обратиться за помощью в решении какого-то вопроса жизненного. Да, то есть, род сказать, иногда попросить. Да, я лучше это смолчу, как-то сама кое-как сделаю, да, то есть, но попросить о помощи может быть для человека сложно. Может быть, это ваша ситуация. Да, то есть, тут психосоматика кишечника и род говорить. Вот. И в этом случае я бы посоветовала пить раствор соды, да, то есть такая практика сейчас очень популярная, пол чайной ложки соды на стакан кипятка крутого, то есть сода гасится кипятком, заваривается, и утром натощак пьется этот вопрос, утром пьется этот раствор натощак в горячем виде, то есть как чай. То есть растворенную соду нельзя пить холодной. Почему? У нас есть малая и большая кривизна желудка. То есть по малой кривизне у нас сходят все жидкости, по большой кривизне более твердые продукты. У нас в желудке все это разделяется. Так вот, чтобы сода не застаивалась в желудке, а потом шла в двенадцатиперстную, там реагировала с кислотой, которую поставляет желчный пузырь. Вот. Поэтому соду нужно пить горячей и на свободный желудок, да, то есть утром натощак. То есть попробуйте. Курс приема соды может быть где-то 2-3 недели, да, то есть как бы периодически ее пропивать. Важно, если вы пьете и вам, вообще пить не хочу,
то отставьте на какой-то там день-два и потом продолжите прием сон. Чем еще можно ощелачивать организм, да, то есть восстанавливать уровень pH? Любые кислые ягоды, витамин С содержащие, и что еще можно? Квашеная капуста, квашеная, то есть все квашения, оно вроде бы как кислое, но оно внутри, да, то есть при употреблении дает щелочную реакцию. Вот, все вот кислые ягоды, калина, малина, да, то есть вот эти вот, это все прекрасные ощелачиватели, поэтому летом нажимайте на эти ягоды, желательно без сахара, да, то есть сахар немножко уменьшает этот эффект. Даже вода с лимоном, это прекрасный ощелачивающий продукт, хоть лимон кислый, но внутри дает щелочную реакцию, но без сахара, без меда, да, то есть это уже сведет этот эффект на нет. У меня так быстро ускакивают комментарии, что там не на чат надо нажать, чтобы... Я могу читать, в принципе. Значит, так, биолокация. А, в шейном отделе позвонки периодически двигаются не туда, начинает болеть голова и тянуть мышцы. Значит, шейный отдел, да, то есть я опять же говорю, это наш кругозор, это изменение нашего отношения к чему-то, это развитие и принятие нового. То есть когда шея, мышцы, да, прежде всего, вот позвоночник у нас сам не двигается. За позвоночник, за здоровье позвоночника отвечают мышцы прежде всего. И вот голова будет болеть, потому что мышцы перенапряжены, пережато кровоснабжение, лимфоснабжение, и, естественно, идет спазм сосудов, появляются головные боли. Все это от состояния мышц. Мышцы реагируют на эмоции. Ответьте сами себе, почему есть как бы постоянные страхи к изменениям? Потому что наш кругозор, да, то есть вообще смысл, да, то есть это изменение, выбросить старые файлы и принять какое-то новое мышление. Вот страх к переменам, вот продиагностируйте его в себе. И голова, в принципе, должна отпустить. Но, смотрите, психосоматика, да, это как энергетический метод все-таки целительства, да, то есть это разбор и работа на тонком плане. Параллельно, да, то есть мы должны помогать нашему телу какими-то физическими методами, да, вот там пить соды, да, там, допустим, там с лимоном, это уровень pH, пить микроэлементы, которых, допустим, не хватает, да, вот я в своем целительской практике, я использую только наши травы, потому что травы – это прекрасные целители, правильно, грамотно подобранные по волновому методу, да, то есть соответствие вибрации возбудителя, да, то есть и антивибрации травы, и микроэлементы. Больше я в своей целительской практике не использую ничего, но есть понятие какой-то экстренной медицины, и есть понятие, когда процесс уже усугубился, и уже без таблеток, да, иногда и антибиотиков, уже невозможно, да, то есть нужно отличать как бы экстренную медицину от того, что у нас есть время поработать психосоматикой. Поэтому, если это хронические процессы, психосоматический разбор прекрасно помогает человека из них вывести, но мы должны понимать, какими химическими реагентами, то есть микроэлементами и так далее, подтянуть эти процессы. И если, допустим, это связано с мышцами, без массажа здесь, в принципе, ну никак. Шейный отдел массажировать самому себе спокойно очень можно, да, то есть руки везде здесь достают. И вот если у вас шейный отдел, да, то есть Наталья, я думаю, что есть вопросы и к щитовидке. Не может блокировка шейного отдела не влиять на работу щитовидной железы, на обмен веществ. У нас здесь есть вот подключичные такие вот впадины. Наряду с работой с шеей обязательно массируйте вот эти вот впадины. Это питание щитовидной железы. Спазм мышц вот этого отдела будет влиять и на то же кровоснабжение не только головы и сосудов головы, но и на питание щитовидной железы. 95% людей, у которых проблемы с щитовидкой, имеют проблемы в шейном отделе. То есть состояние вот этих мышц и снабжение органов, все это
Массаж плюс психосоматика. Вот. Ну, есть еще вопросы? Хотелось немножко какие-то такие вот практические моменты еще, может быть, передать. Скажем так, когда у вас уже появилось какое-то такое понимание о наборе психосоматики органов, да, то есть следующий момент — вспомнить ситуацию. Не всегда так просто найти тот отрезок времени, там детство, допустим, подросткового возраста, или это ближняя какая-то ситуация. Но важно все-таки, вот, знаете, как вот ответ мысли, да? С чем связана эта ситуация, с кем связана эта ситуация. Задавайте себе вопрос и... Задавайте себе вопрос, да, то есть, и вот первый ответ, который вам дает подсознание, мысленно, образ человека, постарайтесь, да, то есть, вот эту вот ситуацию какой-то там обиды, спора с кем-то, претензии к этому человеку, или наоборот, да, то есть, вот этот тиран-жертва, то есть, старайтесь вспомнить ситуацию. Дальше, когда вы ее вспомнили, что да, я вот обиделась, да, то есть, мне нанесли там какую-то там травму, то есть, мне причинил там тот или иной человек вред. Здесь дальше идет практика прощения. Я отвечу еще на дополнительные вопросы, сейчас закончу свою мысль. Дальше идет практика прощения. Вспоминая ситуацию, да, то есть мы своим уже взрослым, да, уже плюс у нас появился какой-то опыт, и в результате этой ситуации, в результате следующих там каких-то опыта лет жизни там каких-то, мы смотрим на эту ситуацию, да, и изменение отношения к этой ситуации и прощение человека, оппонента. Что делает прощение? Когда мы кого-то прощаем, идет резкая щелочная реакция на организм. Когда мы работаем психосоматикой, мы очерчиваем как бы контур, да, то есть тех органов, которые включены в этот процесс. Работая с прощением и отпусканием обид в сторону этой ситуации, в сторону этого человека. Самое главное, простите себя за то, что вы так поступили в этой ситуации. Прощать себя тоже нужно уметь. Не ругать себя за то, что там, я там не так поступила, там не то сделала. Прощайте себя обязательно, это тоже часть работы. Вот момент прощения, это идет резкое ощелачивание вот тех вот контуров, вот, того, вот тех вот органов. Они меняют снабжение. У них идет и кровоснабжение проще, да, то есть быстрее. Очистка лимфы идет быстрее. То есть налаживаются процессы в них. Потому что есть мышечный спазм. И спазм у нас есть практически у всех органов. Обладают они мышцами, не обладаются, все ткани имеют свойство спазмироваться. Каждая ткань, каждая программа, каждая психосоматическая связь записывается у нас на внутриклеточную и межклеточную жидкость. У нас эти все программы записаны на клеточном уровне. И когда мы вот расслабляемся, да, то есть прощаем, мы смотрим на вот эту ситуацию, мы ее можем переписать мысленно, мы можем просто, да, то есть я была не права, я тебя прощаю, ты меня прости, иногда этого достаточно. Идет вот эта вот волна вот буквально такого вот очищения, вот этой вот благости, а на уровне организма резкий щелочной удар, который гасит все бактерии, паразиты, инфекции, вирусы, все, что в данный момент этот орган повреждает. Ни один воспалительный процесс, хронический, яркий воспалительный, не происходит без патогенной микрофлоры и микрофауны, с которой борется наш иммунитет. Иногда он борется долго, но безуспешно. И вот этот вот щелочной удар, это ему очень большая помощь, потому что ваш центр внимания направлен на конкретный орган, на его психосоматику, и вся вот эта вот энергетическая работа, она пойдет именно ему на помощь. И в конце благодарность, да, благодарность — это очень классный ощелачиватель. Вообще с благодарности начинайте каждое свое утро. Вот проснулись, да, и Господь Творец, благодарю тебя за то, что я сегодня жива и здорова, за то, что я могу смотреть, видеть, слышать этот прекрасный мир, благодарю тебя, это настоящее сокровище. Просто за то, что вы проснулись, и за то, что вы живы и здоровы. И благодарность за то, что вы поняли старую ситуацию, отыскали ее от себя, отпустили ее для себя. Это тоже большой-большой такой щелочная доза, которая дает очищение всему вашему организму. То есть еще раз психосоматика.
органы, группа органов, их психосоматика, сплести это все в косичку, да, то есть понять общую ситуацию, найти ситуацию человека, оппонента, который в ней участвует, простить себя и простить этого человека и поблагодарить пространство за то, что оно дало вам возможность это сделать, дало вам этот инструмент. И принять это все к себе, к своему телу. Если в шейном отделе блуждающие позвонки. Блуждающие позвонки, я так понимаю, это постоянное смещение в отделе. Еще раз, мышцы держат позвоночник. Это крепость мышц. Позвонки не будут блуждать, если их мышечный каркас, который их держит, да, то есть нормально, тренируйте свою шею. Раз. Во-вторых, можете опять же мне написать, и могу сделать дистанционно, то есть вся диагностика биолокационная, в чем ее плюс, в ее дистанционности. По фотографии или по видеосвязи можно провести сеанс и сделать полную диагностику организма. Если очень часто при вот таких вот, почему блуждают позвонки? Атлант не на месте. Если у нас первый позвоночник, он называется атлант, он у нас внутри черепа. Та система принятия родов, которая принята в советское время была, да, сейчас она проявлена, она неправильная. То есть в момент принятия как бы ребенка очень часто большинству людей смещают атлант. Атлант — это точка сборки нашего организма. Если смещен атлант, то тут у нас вот внутри, вы позвоночник никогда на место не поставите. Можете его править, ходить к мануальщикам периодически, даже качать мышцы. Если атлант не на месте, от него строится вот это все. Поэтому, Наталья, да, то есть проверьте, есть ли смещение атланта. Если он смещен, обязательно найдите мастера, который вам в этом поможет. У мужа тянет сипает левая нога, камень в левой почке. Уролог говорит, что это не связано. Нет. Смотрите, наша медицина узких специалистов, да, то есть вы понимаете, как я вам уже сказала, что может быть первоначальный симптом, орган, первопричина быть в одном месте, а болезненная реакция быть в другом месте. Поэтому нельзя организм, вот ты кардиолог, а ты уролог, а ты еще что-то, да, то есть это неправильное отделение, вообще это как бы неправильная медицина, должно быть все принято во внимание комплексно. Поэтому смотрите, сипает нога, да, то есть, ну, что такое сипает? Это иннервация нарушена. Нарушена иннервация, чаще всего это дает, во-первых, из позвоночника идет, да, то есть позвоночник может не отдавать болезненно, но сипает и тянет ногу. А защемление идет в позвоночнике. Почему? Камень в левой почке, если в ней есть как бы чувствительность, а иногда как бы почка, да, то есть тоже не бывает болезненная, но из-за наличия камней, она дает спазм около прилежащих к ней мышц. Спазм мышцы, зажатие нерва в позвоночнике отдает сипанием в ногу. То есть для того, чтобы убрать симптом в ноге, да, надо вылечить почку. Для того, чтобы помочь вылечить почку, все окаменелости в организме – это избыток мочевой кислоты. Опять уровень pH. Мы все время к нему возвращаемся. Уровень pH организма – это действительно панацея. Вот. Если растворить камень, да, то есть ощелачивая организм, потихоньку будет выходить и высвобождать почку, мы снимем спазм позвоночной мышцы, которая зависит от состояния почки. Мочевая кислота, плюс еще ко всему, кристаллизуется в суставах. Вот есть такое заболевание, подагра. Ее еще называют болезнью аристократа. Почему? Ну, подагра, да, это когда вот разрастаются суставы, чаще всего суставы большого пальца на ноге. Но в таких хронических и таких сильных случаях это все суставы летят. И руки, и локти, да, то есть и колени. Вот. То есть избыток мочевой кислоты в мышцах тоже будет вызывать болезненное состояние ног.
То есть я думаю, что там сипает нога там не только в мышце, допустим, но еще там чувствительно колено самого еще у мужа вашего, Юлия. Вот. И опять же, левая почка, левая нога. Ситуация у мужчины связана с женщиной. Помним, левая сторона у нас, она имеет окраску противоположного пола. То есть обида на женщину, страх, допустим, что она его там, ну, нога, да, то есть обида может быть из-за того, что не может там обеспечить женщину так, как ему бы хотелось, а может быть обида на то, что женщина ему на это указывает, обида на то, что его как бы устойчивость, да, то есть не нога, опять же, стоять устойчивость, не соответствует где-то, да, то есть он может сам себя ввергать в эту обиду. Страх может быть потерять, да, то есть свою половинку. То есть здесь, естественно, нужно уже такой более личностный как бы разбор, но смысл на физике, да, то есть ему надо ощелачивать свой организм 100%. Поясница только с левой стороны болит, но вот я же говорю, что это спазм мышц связан с состоянием почки. Вот. Поэтому, я же говорю, нельзя рассматривать заболевание, вот ногу отдельно, почку отдельно, то есть это все взаимосвязано. Если хотите как раз разбираться в организме и в его взаимосвязях на уровне физического тела, я вам предлагаю прекрасный курс моей мамы, да, то есть я говорила, целитель уже в четвертом поколении, моя мама Светодара Сидорова, она целитель, действующий целитель. У нее есть курс, называется «Анатомия для чайников». Но далеко там не для чайников дается информация, там практически курс мединститута, но там очень просто даются вот эти четкие взаимосвязи, как органы с собой взаимодействуют, дают реакцию там, допустим, в отдаленном каком-то, потому что зрение, допустим. Наше зрение зависит не только от состояния там, мышц, да, то есть там сетчатки, там, хрусталика и так далее. У нас еще зрение зависит от состояния селезенки и вилочковой железы. Вот скажите мне, хоть один окулист посылал кого-то проверить состояние селезенки? Я думаю, что нет. А от вилочковой железы и от селезенки идет питание синовиальными, то есть смазочными жидкостями наших глаз. И если где-то идет тромбировка вот этих тромбоз, забиваются эти каналы, у людей падает зрение. И вы лечите их сколько угодно, пока селезенка и вилочковая железа не будут нормально работать, то есть зрение, ну, только очки, да, то есть никак. Венозная сетка на ногах. Кстати, да, очень интересный вопрос вообще по варикозу, да, то есть по такому диагнозу. Естественно, это кровь, да, кровь — это любовь. Любовь дают нам со стороны, любовь мы там даем сами себе. Чаще всего варикоз, да, то есть венозная сетка — это, в принципе, варикозная лайт-версия, а есть у людей там вообще такие вздутые вены. То есть если проблема с венами в ногах, чаще всего это программа не жадности, а как зажимает человек. То есть когда человек сам себе, сам для себя жалеет. Вот так. А вызвано это тем, что ему в детстве чего-то не доставалось. Очень часто у людей с большими венами привычка сложить что-то на черный день, потому что он боится остаться незащищенным в чем-то. И он не будет тратить, он не будет позволять что-то тратить на самого себя. Он может потратить на кого-то, но себе нет. Да, то есть очень часто вот это вот варикоз на ногах, да, то есть и сетка, это запретить себе что-то, да, то есть пожалеть для себя что-то, обеспечить себя вот на тот же самый черный день. Часто еще эта программа возникает, опять же, от перекоса дарения и давания в семье, когда, допустим, там младшему больше внимания, старшему меньше внимания. И это внимание даже не эмоциональное, а внимание в виде подарков, да, вот кому-то почему-то больше покупалось, больше дарилось, да, то есть вот эти вот обиды и
создается программа, ты не достоин подарка, ты не достоин чего-то материального. И впоследствии человек вырастает, да, то есть на этой программе, и он жалеет сам для себя что-то. То есть это одна из психосоматик варикоза. Точно, у мамы все экономить. А если внутренний варикоз? Практически внутренний варикоз — это та же самая программа, просто она более скрытая, не так сильно проявлена. То есть любое, чем сильнее концентрация эмоций, чем больше она накоплена, тем будет сильнее проявление той или иной заболевания. Да? То есть у кого-то насморк легкий, он появился за день, прошел. И вот по поводу даже вот насморка, да, то есть как здесь можно психосоматика. Вот чувствуете, чуть-чуть у вас начинает там свербить, да, в носу, да, то есть вот только вот начинает набухать вот это вот слизистое. Сразу, на кого я обиделся? А что было? Муж там не так сказал, сын не так ответил, я на это отреагировала, да, то есть пустила эмоцию, да. Важно, что фильтр эмоций, вот научитесь, фильтр эмоций не внутри тела. Когда вы сделали, разозлилась, да, и впустили эмоцию внутрь себя, все, вы попались на крючок. Вы пустили эту эмоцию уже на физический уровень, да, то есть и она может там через день, два, три как-то проявиться. Фильтр восприятия, да, то есть точка вашего гнева, мы живые люди, мы эти эмоции все равно испытываем. Зажимать внутрь эмоции тоже не есть плохо, но гасить нам надо их на экране впереди себя. Просматривать ситуации и принимать решения, как на них отреагировать, нужно впереди себя, не допускать это. Вот это вот не должно быть, да, когда эмоция зашла вовнутрь. И вот почувствовали первые симптомы, там, голова там начинает болеть, там, нос начинает там свербить, так, на кого я обиделась, что произошло, да, вы вспоминаете ситуацию и мысленно, прости меня, я тебя прощаю, знаете, есть вот это вот хапонапона, да, прощу тебя, прости меня, люблю тебя, мне очень жаль, благодарю тебя, хотите эту практику, пожалуйста, делайте ее, то есть быстрый разбор, да, то есть начинающихся симптомов, там, тот же самый, там, грипп ОРЗ какой-то, вот, при первых же обращайте, слушайте свой организм. Тело не обманешь, и оно вас не обманет. Первые где-то какие-то болевые симптомы, сразу с чем это связано, быстрый анализ, какая была ситуация накануне, день, два, три, вы найдете там ответ. Нашли ответ, нашли ситуацию, вас отпустило, организм расслабился, мышцы расслабились, пошло ощелачивание. И те бактерии, грибки, которые там, или вирус какой зашел в ваш организм, да, пробив защиту иммунитета, он сразу будет обезврежен. То есть весь смысл психосоматики запустить внутри нас химически ощелачивающие реакции. И они уже дальше справляются и восстанавливают наше здоровье. Вот. Ну, вот это вот такая вот основная такая экспресс-информация о психосоматике, вот то, что мне вот хотелось вам рассказать, потому что, ну, скажем так, достаточно это просто, да, то есть если вы по чуть-чуть выучите, да, то есть вот это вот все, какую, допустим, литературу можно почитать по психосоматике. Ну, Луиза Хей, да, то есть она самая такая раскрученная, то есть можно, конечно, ее читать, но мне очень нравится такая краткая выжимка. Есть книга Валерия Синельникова «Возлюби болезнь свою». Прекрасная настольная психосоматическая книга. И очень мне нравятся труды Лули Виума. Книга называется, там, сборник книг «Прощаю себе». Большой психосоматический труд, самый, наверное, мной уважаемый. Это такой у нее свой взгляд там на некоторые психосоматические завязки, но они верные, да, то есть они показались на себя на практике верно. И вы можете ознакомиться с этой книгой, она вам будет полезна. Вот. Да, я вас благодарю за обратную связь, и мне всегда, если не всегда получается щиро, сердечно простить, честно, сама знаю, с первого раза, из 10-го, из 20-го, иногда главных обидчиков нашей жизни простить сложно, но просто делайте это, возвращайтесь к этому, капля за каплей, да, то есть вода камень точит. Можно заходить, знаете, как проще прощать кого-то, влезть в чужую шкуру.
Как бы, допустим, у нас, смотрите, классическая ситуация, допустим, свекровь и невестка, да, то есть свекровь, которая там постоянно с претензиями. То не так, это не так. Встаньте на ее место. Что ею двигает? Почему она так делает? У нее банальный инстинкт, материнский инстинкт. Заградить своего сына от того, что ей кажется опасным. Вот когда вы стали на место свекрови, да, то есть пусть бы вы так не поступали, неважно. Вы стали на ее место, вы почувствуете большое расслабление, потому что вы поняли мотивацию человека. Поймете мотивацию обидчика, вам будет намного проще его простить. Вот. Ну и я же говорю, welcome, если интересна будет информация о каких-то обучающих курсах, всегда рада делиться. Очно, дистанционно все это есть. Вот, Александр появился, и мы заканчиваем нашу трансляцию. Ну, у нас насправді часу ще є багато, але так за один раз все охопити неможливо. Я дуже дякую всім, хто долучився. Юля, дуже дякую тобі, тому що воно було дуже цікаво. Я бачу, що людям дуже цікаво було, багато коментарів, багато запитань. Все, завтра, післязавтра я викладу на Ютубі запис цього вебінару, так що в події про це оголошу. Попередньо так само на наступну середу в ту саму годину у нас буде аватар особистості з Олексієм Біловолом. Також досить цікаво буде формат коучинга і гри, і розбору особистих цілей і мети. І на тій оптимістичній ноті, Юля, ще раз тобі дуже дякую. Це так дуже інтенсивно, без перестанку, 2 години майже відкалатала. А я дякую, да, благодарю всех, кто присоединился, благодарю вас, Александр, за приглашение. Ну, я же говорю, это моя миссия, цель, да, то есть я говорю, что целитель должен не лечить, а учить людей быть здоровыми. И мне кажется, чем больше каких-то вот таких вот рабочих инструментов я расскажу людям, да, то есть это уже их выбор, конечно, брать или не брать их на вооружение, но мне кажется, что прежде всего, наше здоровье – это наши дела, наши поступки, наша ответственность. На тій оптимістичній ноті дякую всім, хто долучився. Юля, дякую тобі. Хорошого вечора і на зв'язку. Да, до свидання всім.